Всем еще раз привет-привет. Собственно, мы с вами начинаем возвращаться в канву наших стримов. Точнее, продолжать будем наши стримы и нашу работу над продуктом. Сегодня мы вспомним, что это такое, что мы делали, какие у нас планы были, какие у нас планы будут. Построим более там реалистичные планы, наверное, на ближайшее будущее в части стримов. Насколько там я помню, у нас осталась довольно такая значимая для нас проблема с нашим продуктом. Это, собственно, перенос нашего продукта на сервер для того, чтобы он мог полноценно функционировать как расширение в браузере для человека, который просто поставил расширение в браузере. Вот, это, соответственно, наша сегодняшняя цель. Начнем мы с того, что давайте вообще вспомним, что мы с вами делали, чем мы занимались. И что у нас там получилось, не получилось. Напоминаю, что мы с вами в январе, точнее в декабре, запускали продукт. Мы проходили по такому условному фреймворку запуска продукта, и мы, собственно, его запускали за 30 дней, за отведенное время. При этом мы делали его прям с голой гипотезы и, собственно, формировали из этого продукт и даже немножко программировали. А в конечном итоге мы запрограммировали наш продукт, он у нас получился, работает. Да, не весь функционал, который мы хотели реализовать, мы реализовали. А у нас с вами есть, собственно, этот фреймворк, все там задачи, которые мы с вами делали, рассчитывали. Есть также, собственно, у нас мира-доска, где у нас есть планы по функциональности нашего продукта. Есть тут даже, мы с вами обсуждали open source историю, я рассказывал, как я это вижу, open source история будет развиваться и расти дальше. Собственно, мы с вами сделали это расширение, оно у нас работает, но работает оно пока локально. Но, тем не менее, мы даже его разместили в сторе интернет-магазина Chrome. По факту, ну, в целом, любой может его как-то скачать. Но работать оно пока не будет из-за того, что у нас есть серверная часть, которая работает локально на компьютере того, кто, собственно, запускает это расширение. И вот у нас была эта задача, связанная с переносом, собственно, нашего продукта с локальной машины, вот этой серверной части, с локальной машины на серверную. Мы с вами там пробовали поработать с Heroku. Heroku у нас почему-то там не вышло сделать что-то с Heroku. И мы решили запускаться на Azure. И на этом, насколько я помню, мы с вами как раз-таки остановились. Это было аж 18 января, практически месяц прошел. Что у нас, соответственно, осталось по задачам этого продукта и что мы будем, я планирую, там, делать в ближайшем будущем, в ближайшем сроке? Во-первых, я там, ну, там сегодня выложил на Boosty ролик про шаблон стратегической сессии, разбор этого шаблона. И там же я рассказывал о планах относительно вот этой всей активности вокруг этого продукта, вокруг стримов, блога там и так далее. Кому интересно, можете заходить смотреть. Там я немножко поговорил про планы там, по контенту, по разделению этих планов, по разделению этих направлений и их соединению в конечном итоге. Во-первых, у нас выпустился ролик. Кто там не видел, зайдите, посмотрите. Ролик первый про OpenAI, который я обещал, он у нас выпущен на канале. Следующий ролик у нас будет про open source. Надеюсь, скорее всего, это будет на следующей неделе. Мы выпустим ролик про open source. Также будет еще ролик про Palantir. Дальше мы посмотрим, какие еще ролики снимать. Собственно, ролики в моем текущем плане будут выходить раз в неделю, как минимум. По одному ролику буду стараться выпускать. Также раз в 2 недели я планирую делать как раз подобные стримы. Каждую неделю, наверное, нет. Будем раз в 2 недели выходить в стримы. Поэтому мы сейчас поправим здесь план дальнейших стримов, чтобы оно было более адекватным. Также раз в неделю
хотелось бы выпускать ролики на Boosty также. Вот, посмотрим, насколько это получится. Соответственно, по нашему продукту. Мы с вами, напомню, что мы делали изначально продукт для такого, для рынка нефтегаза, для аналитика рынка нефтегазового сектора, который собирает информацию из разных источников, аккумулирует эту информацию, принимает решения на основе этой информации. И мы сделали наше расширение, реализовали функционал, который позволяет при заходе на любую из страниц какого-то новостного портала или прочего находить, собственно, статьи, которые по ключевым словам относятся к направлению этого человека. То есть можно быстрее найти на странице, что почитать важно для него сейчас. А в нашем изначальном варианте это была информация про нефть и газ и все, что с этим связано. А дальше вторая функциональность нашего расширения была в том, то, что зайдя на какую-нибудь статью, которая, допустим, относится к рынку нефти и газа, человек мог нажать на вторую кнопку, и наше расширение читает статью и делает из нее выводы, подчеркивает важную информацию для него, вот, ну и как-то аккумулирует эту историю. То есть позволяет ему быстрее анализировать информацию на странице, в статье, понимать, насколько она для него важна или не важна. Это было наше изначальное расширение, наш изначальный функционал. Потом мы с вами говорили о том, что хочется попробовать запустить этот продукт на Product Hunt, чтобы набрать такую первичную аудиторию. Вот. Ну и мы обговорили, что Product Hunt — это не та история, на которой скорее обитает большое количество нефтегазовых аналитиков и вице-президентов. Вот. И там скорее аудитория венчурных аналитиков, разработчиков, основателей бизнесов, стартапов и так далее. Вот. Мы на скорую руку переделали наш продукт под эту аудиторию. То есть мы поменяли, ну, во-первых, теги, по которым ищется информация, и теперь информация ищется по тегам, связанным с, ну, со стартапами, с идеями стартапов в венчурном рынке. И вторая часть, то, что мы, на что мы настроили анализ той информации, которая представлена на странице, это суммирование той информации, которая написана в статье, и на основе этой информации вывод каких-то идей стартапов, которые можно было бы построить на основе этого продукта. Ну, точнее, на основе этой статьи, какие здесь могут быть идеи стартапов. Вот, и, собственно, в таком формате мы оставили наш продукт, мы завершили его в таком варианте и, собственно, занимались переносом его на серверную часть. Собственно, мы будем продолжать заниматься этим переносом. Давайте мы сейчас выделим, во-первых, что нам сделать. Распланируем. То есть вот эта у нас штука вышла. По факту у нас сейчас план вот над этим. А и перенос, у нас вторая часть переноса по факту нашего продукта на сервер. Собственно, сегодняшняя дата, сегодня у нас 9, мы будем вот этой штукой заниматься. Дальше у нас остается прикрутить Paywall к нашей истории. Ну и я немножко хотел переформировать запуск на Product Hunt. Немножко в другом формате хотел я это сделать. Сейчас расскажу в каком. Собственно, Paywall мы будем прикручивать, получается, если 9 сегодня, то через 2 недели это получается 16-23-го. 02 мы будем прикручивать Paywall к нашей истории. Второй момент, вот все, что связано с упаковкой и вот этой историей open source, упаковка нашего продукта open source 3 Windows. Во-первых, давайте сделаем сейчас в таком
формате наш план, что мы сначала будем делать лендос по продукту. И делать это мы будем, соответственно, через 2 недели после 23-го. 23-е, 2 недели, раз, два, 8-го. Ну, 8-го посмотрим. Давайте 7-е поставим. Вот, соответственно, мы будем прикручивать наш лендос, будем делать. Дальше, упаковка нашего продукта под open source. Здесь, ну, давайте вот это тогда мы удаляем. Так, ролики. Ну, ролики давайте пока уберем из нашего плана. Вот, подготовка Product Hunt и GitHub, упаковка продукта, запуск. Я хочу вот эту историю с запуском на Product Hunt выделить в следующий марафон. То есть здесь будет марафон 2. На втором марафоне я планирую, что мы как раз будем полноценно запускаться на Product Hunt. Сюда же мы будем заполнять в прямом эфире заявки в акселераторы. Сделаем тоже некое шоу из этого. Вот, ну и что-то еще сюда мы накидаем. Здесь будет марафон запуска и инвестиций. Соответственно, сюда же мы будем готовить презу. Сюда же мы будем считать P&L. Хотя у нас он посчитан, мы, по-моему, считали, да, в каком-то формате мы немножко считали P&L. Ну, в общем, будем готовиться вот к этой истории. Это будет у нас отдельный марафон, который, давайте поставим его, распланируем на конец марта. Типа, с какого-нибудь... 16 марта, с 18 марта, день дурака, будем спускаться. Ну, какой-нибудь с 18 марта запланируем, собственно, второй марафон, выделим его как отдельную историю. И там же мы будем делать, собственно, запуск на Product Hunt. Вот, это такой план пока. Сейчас мы... выделим, что это будет отдельно у нас марафон. Так, но готовиться мы будем раньше. Именно подготавливать вот эту всю историю мы должны будем с вами до марафона. Соответственно, если мы это делаем 7-го, упаковка нашего продукта, ну хотя, наверное, вот эту историю, упаковка, подготовка гитхаба, давайте упаковку продукта мы перенесем как раз тоже сюда, всю эту историю на вот этот марафон. Так, сейчас, так, и вот так. А здесь мы сделаем техническую еще часть, все-таки доработаем наш продукт. Сюда мы добавим подготовка GitHub. И сюда мы еще добавим доработка продукта под разные аудитории.
Все-таки хочется объединить наш функционал продукта. Вот мы там разделили наш продукт прям жестко типа кодом. Вот, и у нас есть только либо работающий код для непосредственно там аналитиков нефти и газа, либо работающий код для там стартап аудитории. Вот хотелось бы эту штуку, ну типа не то что смешать, а сделать роли в нашем продукте. Вот. И, ну, потенциально показать, какие еще роли нашего продукта могут, собственно, быть в будущем. Вот. И, собственно, на эту историю как раз-таки отводим доработку. Давайте отведем на всякий случай 2 дня. Часть 1, 2 стрима. Здесь скорее будут как раз большие стримы. Вот эти программистские стримы. И, собственно, будем это делать, если 7-го, то... я понял. Мы с вами залазим на запуск. Ну ладно, давайте посмотрим. Если так это будет, 21-го, допустим, мы 21-го сделаем здесь все-таки раз в неделю стримы. А здесь подготовка страницы, то есть 8-го, 28-го, 4-го получится. А только мы по пятницам же хотели делать. Тогда 29-е, 22-е, 5 апреля. Тогда второй марафон мы ставим на с 8 апреля. 8 апреля по 8 мая. Ну, нормально, как раз на праздники. Да, тогда все вроде получается, потому что я хочу еще эту историю привязать к дедлайну заявки в Y Combinator. То есть вот здесь мы будем заполнять заявки в акселераторы, и мы точно будем заполнять заявку в Y Combinator с этим продуктом. Будем делать это в открытую. А дедлайн у нас 22 апреля. Будет как раз. Это выпадет на наш марафон. Мы заполним заявку. И, собственно, в этот же момент мы будем запускаться на Product Hunt. Вот такой вот план. План банан у нас с вами вырисовывается. Так, сегодня наша девятая история, девятое число. Мы сегодня будем переносить на Azure. Напомню, что мы там спрашивали ChatGPT, как это делать. Мы сделали аккаунт на Азуре, на этом остановились. Что, ну, я больше тут не копался, ничего не делал, чтобы было прям на чисто. Что тут, во-первых, я нашел? Что есть интеграция с GitHub, и есть развертываемое приложение из GitHub в Азуре. Поэтому моя сейчас идея в том, чтобы выгрузить наш код на репозитории в GitHub, а потом из GitHub его развернуть по этой инструкции, по инструкции самого Азура на, собственно, Азуре и посмотреть, как оно заработает. Вот, поэтому давайте к этому приступать. Сначала мы делаем, получается, репозиторий, называем его CMT. CMT 1.0 давайте. Пока назовем. Can only contain тире 1.0. Private public entrance. Так, пока сделаем его private. Create new repository. Так, мы собрали репозиторий. Так, теперь нам с GitHub мы не программисты, с GitHub мы не работали. Поэтому будем сейчас смотреть,
Как это делать? Quick stop. If you've done this kind of this, or get started creating a file or upload existing file, recommend any repository. Get node. Так. Что делать-то? Нам нужно or create a new repository на command line. Я понял. Ну, давайте or push any existing repository на command line. Main push. Так, давайте спросим на чат GPT. I want to create a repository for my product and send code there. Give me step by step. Step-by-step instruction. Instruction for this start from нет. Окей. Просто. Давайте так. Обратимся за помощью к нашему другу. Как мы с GitHub'ом в таком формате с нуля никогда не работали. Так, он полез в базу знаний зачем-то. Лады. Да, я напомню, что мы с вами в одном там из первых стримов создавали ряд GPT-агентов собственных. Сейчас, в ближайшее время, я их там, ну, дорабатываю, буду дорабатывать, и поэтому... Это я что нажал? Что-то я нажал. Куда-то я переключился. Да. Сейчас в ближайшее время, собственно, что-то все подвисло. А, вот. В ближайшее время я буду дорабатывать эти GPT-шки, выложу новую инструкцию, хочу еще сделать одну более интересную штуку, GPT-шку, вот, и будет более подробная инструкция на эту тему, обновленная, собственно, на YouTube в ближайшее время, не только на YouTube. Вот, но это пока мы, собственно, ждем эту историю. Так. Может, мы сами разберемся. Setup on desktop, GitHub desktop. Не хочу я пока GitHub desktop ставить. Create new repository on the command line. Commit, first commit, me. Ну, давайте через нашу эту штуку пойдем. Так, тогда мне надо сейчас включить, чтобы вы видели все. Вот эту штуку, по идее, если мы сюда вставим. Аля-ля-ля. О, господи. I want sign in using GitHub. Hello. Аля-ля-ля. Authorize with Visual Studio Code. Открыть приложение. Так, автор. Ничего, все произошло? Все произошло, да? По идее, все произошло. Так, и теперь как нам понять? Good. Что тут что-то появилось? Ничего. Branch. Main. Понятно. Ну, что-то появилось. Код. Так, тяжело, когда ты никогда этого не делал. Так, хорошо. Что нам говорит? Sign up, login, GitHub. Это мы сделали. Give your permission. Так, это мы сделали. Choose version. Так, это мы сделали.
You also add optional initialize with readme with about. You can also git file, which tells git which files of orders to ignore. Так, это нам не нужно. Click create repository. Push your local code to the repository. Navigate to project directory. Initialize git init. Add your files to starting area. The dot represent all files. Ага. Окей. Так, а мы находимся в папке. Да, мы в папке же. Как там? LS. Мы в папке, да? Мы в папке. Так, и теперь, что он там нам говорил? Git точка. Commit your files with message. Commit initial commit. Link your local repository to the Git remote at origins URL. Gregory update repository. Ребра соединили, бла-бла. Ну, нам нужно просто выгрузить. Давайте посмотрим. Так. Ну, что-то произошло. Или не произошло. Давайте проверять. Так. Matches, code, issues, actions, projects. Code. Так, ничего не произошло. Почему ничего? Если мы так сделаем, upload files, choose your files. Где они там у нас находятся? Наверное, грибик. CMT плагин. И чего? Если мы вот так возьмем. Icons же мне тоже нужно выгрузить. Типа так, да? Так, ну все, они у нас тут появились. Момент. Нам же нужно папку тут создать. Как нам папку создать? Потому что у нас есть же еще files upload. У нас же есть images. Images нам тоже нужно делать. Вот здесь, наверное, это делается на new branch. Или как? Source main. Branch name. Внутри нет. Как-то непонятно, непонятно. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, код у нас перенесся. Это здорово. Код у нас здесь есть, но нам нужно add файл. Нам нужно, нужно, нужно. Папку добавить. Ну, то есть у нас же есть папка с иконками. Есть еще not modules. Not modules, наверное, нам не нужно. Не так важно, как иконки. Как нам not create new file. Это, конечно, непонятно для меня. Как добавить projects inside settings? Так. Figures, go to file. Бу, нужна помощь зала. Как добавить папку? Get push to
Так, ну это все понятно. Так. Ой, не то нажал. Пардоньте. Так, нам нужно добавить папку. Ну или нет, но хотелось бы все-таки, чтобы это папкой было, да? Add files. Вот, может, мы как-то тут можем файл change, browse files. Browse files. Нет. Как папку-то добавлять? Давайте тогда. Ой, не create нам нужно. CMT main. Может тут можно типа view all batches. Main мне надо внутри main'а. Добавить папку. Как-то не очевидно тут. Ладно, давайте. Может, сейчас, может, можно типа. Это хрень. Это хрень. Ну ладно, тогда мы просто добавим, пока мы с этим, чтобы долго не разбираться. Мы просто делаем вот так. Добавим просто эти картиночки. Commit changes. И где они у нас? Они у нас в этом манифесте. Насколько я помню, да, они у нас вот тут. Тогда мы так. Switch to editor. Где editor-то? Edit this file. Тогда мы вот это просто убираем. И у нас тогда это будет внутри. Не очень красиво. Ну ладно, пока мы не можем разобраться, как на GitHub сделать папку. Мы же не программисты, мы первый раз это делаем. Коммит. Так, закоммитили. По-моему, больше у нас нигде это не участвует. Давайте проверим. Нет, точно нигде не участвует. Вот, так, ну на GitHub мы эту штуку разместили. Actions. Что мы можем по action сделать? Publish. Deploy. Node.js. Вот. Что нам нужно? Теперь мы идем вот сюда и говорим, что развертываем приложение GitHub на Азуре. Так, запустить. Давайте посмотрим, что нам тут говорится. Необходимо погромять задачи. Так, та-да-да. Настройка развертывания GitHub Actions при создании приложений. Deployment disable. Так, настройка центра развертывания, создание учетных развертываний, настройка секрета. Так. Вот его. Я так понимаю, что можно будет сделать такую конфигурацию, что, ну, вот мы с вами не соединили по факту вот эти Git и нашу папку. Но их можно соединить. И тогда, когда мы будем изменять наш код у нас локально, этот код будет коммититься в наш GitHub и здесь отображаться. А отсюда он будет коммититься, отправляться в Azure и обновляться сразу на сервере. И, собственно, сразу будет как-то охапка дров и в продакшн. Вот, я так это понимаю.
Так, инструкция необходимый компонент. Так, настройка развертывания GitHub интегрирована в мастер создания приложения по умолчанию. Вам просто нужно настроить непрерывное развертывание, чтобы включить на вкладке разделе. Нужно настроить нужную организацию репозиторий и ветвь. No. Ну что ты? Меня закрыл мою инструкцию. Очень странно. Хорошо. Так, ба-ба-бам. Задание приложений. Подписка. Группа ресурсов. Что это сведения от проекта? Счета за все ресурсы в подписке выставляются вместе. Хорошо. Группа ресурсов. Группа — это совокупность ресурсов с одним жизненным циклом, разрешенными политиками. Хрен знает, что это. Ну, назовем это CMT 1.0, да? Окей. Сведения об экземпляре. Что это? Знал бы я, что это такое. Что такое сведения об имя веб-приложения? azurewebsites.net. Ну, ладно. CMT. Имя недоступно. CMT 1.0. Недоступно. Хорошо. CMT 1 пусть будет. Так, дальше что он мне предлагает? Ну, у меня вообще какая-то другая инструкция, нежели у меня идет. Хорошо, будем по наитию делать. Публиковать код, стек, статическое приложение. Скорость разработки с помощью управления глобальной доступностью, размещение статистики, динамическое мышление. Ничего не понял. Стек времени выполнения. Похоже, тут что-то с переводом. Что-то с переводом, да? Ну вот, а какой? Контейнер докер. Шкортер же. Операционная система. Linux. Блин, я не туда пошел, да? Я не туда пошел. Basics deployment мне нужен. Развертывание мне нужно тогда. Я понял. Я не то делал. Все-таки все правильно. Так, мне нужен тут disable. Настройка сведения BBB. Enable. Continuous deployment. Настройка разрыва с помощью. Сейчас не поддерживается для выбранного стека времени выполнения. Если вы хотите выполнить разрыв с помощью, выберите другой стек выполнения. Спасибо. А какой мне стек выполнения выбрать? Это вот это. И что? Java. Node. Не знаю. Такой. East US region. Давайте мы сделаем. Какой мы регион сделаем? Мы сделаем Лондон. Мне нужно что-то или что? Или ОАЭ. UK UAE. Наверное, ОАЭ для нас будет ближе. Так, план базовый. Память. Linux, код, развертывание, непрерывное, включить, авторизация, authorize, так, выберите организацию, репозиторий, CMT, ветвь, main, так, предпросмотр, создание сеть мониторинг базы данных. Ну ладно. Я есть скорость, да? Главное быстрее. Вот с этим непонятно. Тяжело быть не программистом, да? Хорошо. Поедем в ОАЭ. Ладно, создать.
Идет развертывание. Идет развертывание. Давайте подождем. Это будет очень красиво, если оно заработает так, как я думаю, что оно должно разработать. Понимаете, развертывание. Нет результатов. Выполняется развертывание, время начала, и сколько он будет развертываться. Ресурс. Средней операции. Отмена. Удалить, скачать, обновить. Посмотрим. Там письма какие-то приходят, скорее всего, по эту душу. Будем посмотреть. Так. Ну, на самом деле, нам по факту нужно, окей, запустить наш сервер JS вот где-то на серваке. И все. По идее-то. То есть нам весь код не нужно... Ого, все зеленое стало. Нам весь код не нужно, ну, запускать где-то, по идее-то. У нас же оно будет запускаться локально на компьютере того, кто поставил расширение. А нам нужно, чтобы просто сервер, ну, обрабатывалась вот эта часть с OpenAI на серваке. Вот. Так, и теперь, ну, типа, она развернулась, да? Да. Теперь нам нужно по-хорошему понять. Похоже, вот эта штука. У нас теперь домен, на котором работает наше приложение, да? Как это проверить, хрен знает. Но по логике вещей так. Если это домен, на котором работает наше приложение. Но нет, не факт. Ошибка. Последнее развертывание, ошибка. Ошибка развертывания. Выполняется, да, не выполняется. Проверка не настроена. Так, думай. Мониторинг. Resource not found. Так, ну, допустим, хорошо, давайте сейчас. Мы это развернули. Это у нас туда подтянулось. По идее, мы можем как-то посмотреть, а что у нас тут? Конфигурация. Управление доступом. Сервер у нас развернулся. Есть веб-приложение. Мы можем где-то тут найти код этого приложения. Как, в каком формате? Средства разработки. Оповещение. Автоматизация. Нам нужно получить адрес. Адрес посмотреть. Ваше приложение работает, ожидает вашего содержимого. Ваше доступно, но у нас еще нет вашего содержимого. Если вы уже развернули, отображение содержимого может занять до 5 минут. Так что возвращайтесь скорее. Так. Очень сложно для моего неподготовленного ума ко всем этим девопсовским историям. Управление API, определение API. Где-то же должно быть диагностика решения проблем. Общие сведения, группа
По ресурсов. Ну, по идее, если быть логичным, вот это наш адрес нашего сервера, так? Или нет? Возможно, нет. Возможно, да. Возможно, нет, а возможно, да. Хорошо, давайте спросим GPT. Код в приложении действия Azure. Чтобы развернуть код в приложении, службу приложений, используйте для действия требуется веб-приложение и app-name в зависимости от тега. Служба приложений. Где это? Служба, журналы, служба приложений, мониторинг. Нет, это журналы. Ага. Кто это? Что это? Это что-то не то. Вопрос. Как много вопросов, как мало ответов. Так, ну пока тут ничего не появилось, да? Ничего не появилось, ничего не появилось. Нам нужно все-таки найти, понять, есть ли тут код. Он выгрузился вообще или нет? Диагностика решения. Defender траблы. События. Развертывание. Центр развертывания. Настройки. Личные домены. Служб приложений. Средства разработки, API, курс, оповещения, метрики, журналы, рекомендации помощника, задачи, экспортировать шаблоны, разбросать ресурсов. Общие сведения, входные данные. Язык. Воркер, выходные данные. Нет выходных данных. Шаблон. Догрызка следующих шагов. Так, развертывание выполнено. Перейти к ресурсу. Дальнейшие действия. Правильно развертывание приложения. Перейти к ресурсу. А, ну понятно. Перешли к ресурсу. Стандартный домен. Как мне запустить? Так, что я сделал? Я сделал развертывание службы приложений GitHub Actions. Так, нам по-английски можно это перевести русский English. Где тут? Австралия, Канада, Ирланд, United States. Вот. I made. Так, GPT. Приходи на помощь. I made. Deploy. Service in Azure. Azure. Now I want to launch my как он сервер JS, сервер JS on this server. What I need to do, what I need to know. Так, I made a deploy to app service using GitHub Actions in Azure. Now I want to launch my server JS on this server. What I need to do, my friend.
Так, начал ходить теперь в базу знаний. Помните, когда мы его делали, он, ну, мы там прописывали, чтобы он, вот, кстати, похоже, ну, все-таки они что-то обновили, потому что мы, когда создавали этот GPT-агент, мы как раз там в инструкции старые прописывали, что типа ходи, пожалуйста, в базу знаний и находи там, ну, свою базу знаний, которую мы ему подвесили, находи там ответы там и так далее. И у нас это не работало. У нас оно работало только когда мы напрямую в промте просили сходить в базу знаний, типа там посмотреть. А сейчас, ну вот буквально получается, это последнее обновление, потому что я не помню, я давно пользовался этим GPT-агентом. Но, по крайней мере, вот сейчас оно теперь каждый раз, как вы видите, ходит типа в базу знаний. Based on from IC library. Так. Package JSON. Так, а у нас... А, нет, это не то. Так, он мне прям какую-то большую инструкцию. Git, push, Azure, master. Ага, access your deployment application. After deployment, your application will accessible. Remember, these steps are quite general, depending on specific. Ну, как бы вот, он мне говорит, что теперь я могу посмотреть, но, как мы видим, ничего тут пока нету. Веб-приложение работает и ожидает вашего содержимого. То есть веб-приложение у нас сделано. Так, возможно, что-то тут надо. Вот git push local for git. Simply push your code to configure branch and the GitHub workflow will handle the deployment. Окей. Monitor and use your once deployment. Performance stats. Так, ладно. Тогда мы что мы делаем? Окей. Так. Тогда мы пишем так. То есть он забыл, что у нас там было в сервере. This is my server. Server.js. This is my server.js. I need to and this is my Azure domain. Так, да. And this is my Azure domain name. Domain. What I need to do? What I need to do to launch my server? Server.js. Here. There. There. Наверное, так, да? Давайте посмотрим. Что нам ответит наш GPT? Опять пошел в базу знаний. Не нужна нам база знаний. Так, как же все-таки понять? Добавить личный домен. CMT Azure. Ошибка у меня. Последнее развертывание. Обновить. GitHub. Ошибка. Почему ошибка? А, вот есть виртуальный адрес. Вот, по идее, это мой сервер, да? Кто-то решил посверлить. Так. Время у нас начинает выходить.
Посмотрим. Так, что-то у нас GPT пока не алло. Слоты, журнал действий. СМТ. Установить веб-сайт. Запущено успешно. Есть, должен же быть, как на ВСе, прям этот, ну, этот, как там его, тут нет такого, служба приложений, группа ресурсов, виртуальные машины, служба обзоров, ну, прям к серверу. Доступ к файлам на сервере. Как-то прям тут пока для меня нелогично. На VS как-то было. Prepare your Node.js application. Make sure all dependencies are correctly listed in package.json file. Package.json, у меня еще есть такое, я уж не помню, да, есть такое. Package.json, все правильно. Express. Ну, все хорошо. Create, да, все это я сделал. Create, это я сделал. Да, create сервис, окей. Setup deployment, это я сделал, по идее. Configure application settings. In the Azure, go to configuration. Configuration section. Конфигурация. И чего? Параметры приложений. Общие параметры. Путей. Непонятно, и чего, и где мне вот это добавлять, зачем это добавлять. Monitor, deploy and check application. Azure will automatically pull the latest code from your selection branch and deploy it. You can deploy in the deployment center. А, где там deployment center? Центр развертывания. Журналы. Ага. Это сбой. Короче, ни хрена у меня он не развернулся, да? Почему он не развернулся? Потому что что-то я не так сделал, да? Может, тут в этом проблема? Может, тут наобум? Stack node версия. Версия, наверное, не та. Skinny node. Можем как-то теперь поменять эту штуку. У меня JavaScript. Блин, наверное, все-таки мы не то выбрали, да? Как поменять, как поменять, как поменять, как поменять, как поменять код? Стек выполнения. Рекомендация. Мониторинг. Так, и как теперь это изменить? Расположение, переместить, подписка, переместить, конфигурация. Ну, по идее, вот здесь в конфигурации мы должны это поменять. А тут ничего такого нет. Блин. А, вот. Вот. Мне нужно и я. Ну, это же не Java, это же JavaScript. Языке, он же на JavaScript написан. Значит, не Java. Давайте спросим GPT. А,
это называется? Параметры стека. Так, settings. Which stack settings in Azure I need to choose for my code? Сейчас он опять пойдет в свою базу знаний. Кто бы знал? Нет. Node Python PHP. Нет, точно не PHP. Ява. Ява. Так, ладно, давайте попробуем это. Время у нас выходит. Что-то мы, конечно, сделали, продвинулись немножечко. Посмотрим. JSON, HTML, JavaScript. Так, что там нам ответит? Диагностика решения проблемы. Risk alerts, critical, currently not health check. Enable multiple instances. Включить. Путь пробы работоспособности. И чего? При любом изменении параметра будет перезапущено сохранить. Рефреш. Warning. Great. Health check. Future is currently configured. Скейлить. Скейлить мне не нужно. Так, очухается наш чат GPT или нет? Чат GPT. Дебаг. Какая-то штука появилась, дебаг. Не было этого, где было. Так, ну если быть немножечко логичным, то по идее необходимо вот здесь поменять на сервер. Порт консоли сервер. Пульт. Нет, не здесь. Но здесь, наверное, тоже нам надо поменять. И по идее. Здесь это меняется и в экран-скрипте у нас обращение к серверу идет, да? Да. Но здесь это надо поменять. Fetch. Так, та-та-та-та-та-та. Select Node.js.
И что? Ну, not. Это Node.js или нет? Основной номер. Stack Node. Ну, Node у нас выбран. Выбран ноды. Save changes and its version. Make sure to save changes. Make sure matches the version you use it during development and testing. А какую я версию использовал, когда? Наверное, самую последнюю, да? Who knows? Nobody knows. И чего? И чего? И чего? Так, да. Из меня девопс так себе. Выполняется. Не настроено. Код. Ошибка. Обновить. Ошибка. Центр развертывания. Ну, какая-то ошибка. Or data Azure App Service build and deploy workflow configuration. Сбой. Сбой, 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 сбой. No. Restart your app service is often good practice. Понятно. Вы выдерните шнур розетки, засуньте его обратно. Stack node. А какой вот node? Основной номер версии. Node 20. Что такое node 20? Now available. На каком я писал? Откуда я знаю, на каком я писал? 18. Будет 18. Перезапустить. Да. И чего? 100% работоспособности. А, центр развертывания. Тут сбой. Обновить. Синхронизация. Вы действительно хотите повторно? Окей. Отправлен запрос на повторное развертывание. Так, и когда оно произойдет? In progress. Хорошо. Ждем. Тогда. Ждем, ждем, ждем. Снова ловим сбой. Может, проблема все-таки не в этом. 16. Устарел. Будет обновление. Ладно. Так, пропустить сертификата. Составление путей, страница ошибок, параметр приложения, скрытое значение. Как-то тут все очень сложно.
Так, ну доменный адрес нам выдан. В общем, нам остается выгрузить код. Почему-то он не выгружается. По идее, мы должны выгрузить код, потом взять либо этот адрес, либо вот тот опишник, который только что мы смотрели. Добавить эту штуку в, получается, в background script. Вот сюда мы должны эту штуку в local, не localhost. Ну, наверное, что-то мы должны дописать в server.js. Вот здесь, скорее всего, порт. А, сервер, где мы тут запускаем? Сервер. Что-то сюда мы должны, скорее всего, добавить. И в background script. А, вот сюда. Вот сюда. Мы должны добавить эту штуку. А, ну это RSS-дата, которая у нас не работает. По факту вот это только мы должны поменять. И по идее оно должно тогда заработать в том формате, в котором мы планировали. Но пока у нас не получается выгрузить эту штуку. В чем-то у нас ошибка. Снижена работоспособная. Проект GitHub. Workflows. И, по идее, оно у нас должно заработать. Вот, ладно. Тогда сегодня мы часик с этим посидели. Давайте тогда завершаться. До конца мы опять не продвинулись, но мы максимально близки к нашему результату. А, в следующий раз тогда, следующий стрим. Возможно, мы все-таки сделаем еще стрим на следующей неделе, чтобы добить вот эту историю все-таки, вот, чтобы мы двигались в рамках плана. Вот, ну и посмотрю, возможно, что-то еще почитаю вне стрима, что все-таки с настройкой надо сделать, чтобы эта штука заработала. По идее, я просто запускал подобные штуки на AWS, ну, на Амазоне. И там как-то было все логичнее, можно было подключиться к репозиторию, точнее, ну, к серверу, туда загрузить файлы, их запустить, и все работало. Здесь что-то посложнее как-то, операционная система Linux. Вот, ладно, будем посмотреть. На сегодня тогда у нас все. Мы с вами, ну, немножечко продвинулись, по крайней мере, мы выгрузили нашим файлы на GitHub. Мы соединили вроде бы как GitHub с Азуром. Сервер запустили. Не получилось у нас, собственно, адекватно выгружать наш код с GitHub на сервер и, собственно, его запустить. Вот. Будем этим заниматься тогда в следующий раз. Наверное, тогда получится еще на следующей неделе выйти в стрим, вот, чтобы мы двигались в нашем тайминге, который мы сегодня обозначили. Вот такие вот дела. Видно, что тяжело все-таки, ну, мы программировать как-то кажется было немножко легче, чем заниматься девопсом с помощью чата GPT без особых знаний. Вот, но скорее всего мы сможем это пройти и сделать. Вот, спасибо всем, кто смотрел, кто смотрит, и увидимся с вами в следующий раз. Всем пока-пока.